Может, туда гранатку попробовать? Ну, посмотрим. Да ни хрена. Здесь скрипт просто не сработал. Ой, блин. Опять эти мозги. Заряжайся. Восстанавливай щит, братишка. Восстанавливай щит, пожалуйста. Готово. Теперь готово. Патронов нет совсем. Это плохо. Ой, граната. Понятное дело. Да ты охренел, ну. И ты охренел, и ты охренел. Ой, да сколько вас. Охреневших-то таких. Блинский ежик. Отходим. Чекпоинт. Офигеть. Так, где граната сам? Что ты будешь делать-то? Вы когда тут прекратитесь-то, а? Блин, а вроде бы с дробовиком, чувак, нет? А здесь они бесконечно респаются. Все понятно с вами. Надо уходить туда. Looks like another shuttle bay. We should be able to reach the control room from the third level. Угу. Так, пойду-ка я вот сюда схожу. Здесь, по-моему, He's delirious. In pain. We have to find him. Мне нужна аптечка, вы как хотите. Патроны. Ой, блин, нет. Я туда не пойду. Патронов нету для дробаша, но зато есть для винтовки. Придется так рулить. Пробовать, по крайней мере. Да, взорвитесь уже, ну. Пошел нафиг. С Новым годом. Дробовика нет патронов. Вон есть патроны для дробовика. Правда, мало. Ждем. Птичка. Хорошо. Да.
this way. This way. Конечно. Ай, уходим. О, блин, все-таки долбанул. Взрывом все-таки цепануло. Я сделал липучку, это было очень с моей стороны глупо. Сколько же вас туда? Реал просто какой-то. Сдохните уже. Сдохни ты, елки-палки. Еще вставать тут будешь. Хорошо, хоть патронов с них падает дохренища, поэтому с боеприпасами проблем нет. А вот со здоровьем есть. Капитан, his vitals are fading. Please, chief, hurry! Да сука, нахуй, блин, заебали, а? Как же заебали они меня уже. Просто мясом. Говорят типа того, что четвертый Хейла не торт. В плане того, что в других Хейла была тактика. А в четвертом просто мясом заваливают. А что мы видим вот в первом Хейлу? Вот сейчас вот конкретно. Тоже заваливает мясом. Просто мясо, 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 мясо. Очень много мяса. Так что это все субъективная блажь. Все эти разговоры на тему, что настоящий Хейла может делать только Банджи, вернее. The captain, his vitals are fading. Please, chief, hurry. Надо. Забирайте. Вроде. Здесь было две гранаты, на которых я, собственно, наверное, и подорвался, да? Ах ты, твари! Это вы сделали, да? Отходим. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Отходим. Ой, как много народу. Пиздец, народу много. Смотрим кат-сценку. No human life signs detected. The captain, he's one of them. We can't let the flood get off this ring. You know what he'd expect. What he'd want us to do. Фубик. It's done. I have the code. We should go. We need to get back to the Pillar of Autumn. Let's go back to the shuttle bay. Живой нет. Непонятно, живой не живой. Ну, правда, наверное, если бы мы ему бошку проломили в поисках этого имплантанта, то, скорее всего, уже не живой. Куда идем? Твою мать, никуда.
Блин, вы ваши ж... Да отвалите, пожалуйста. Уже настолько мне надоело здесь на этих коридорах замесы. Попадаем. Сюда, по-моему, нам надо. Нам сейчас надо сбежать. Чтобы сбежать, нам нужен корабль. А корабль можно взять только вот здесь вот, да. Сука, отвалите, отвалите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Готово. Что-то, кстати, не говорят. Тело, ага, вот оно. То, что нам нужно. Я опередил несколько событий. Уходим. Меня от смерти спасло катсцена, на самом деле, по-моему. И опять эту миссию кто-то умудрился за 15 минут пройти. Вот уж не знаю, насколько надо быть шустрым. Прилетели. Так, ну она нас приглашает в машинное отделение. Возражают кто-то. Я здесь постоял. Все, да? Враги кругом, враги кругом, враги, 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 враги. Знаете, враги. Зато у меня есть винтовка. 600 патронов к ней, так что. Ай. Ай. Здесь все время вот можно очень так неплохо встрять. Так, вот она у нас офицерская столовая, да? Чисто конкретно. Сюда и надо.
пошел нафиг. Блинский! Убьют, убьют, убьют. Я так и знал, твою мать. Ай-яй-яй-яй. Не знаю, что получилось. Плохо получилось. Отлично получилось. Что тебе надо? Ух ты. А ты тварь такая? Ну, ты посмотри, какая тварь. О, блин. Там еще и этот. Черт. Да fucking shit, блин, да сука. Дробаш есть. Слушайте, дробаш. Какого хрена вы там стреляете, ну? Да хватит уже. Стрелять то. Ой, ходим. Там гранатомет, чик. Ох, ёлки, иголки. Отходим, ждем. Дробовик зарешал. Как ни странно. Падла. Вроде все. Аптечка. Чё тебе надо? Спи уже. Так, капитанский мостик мы нашли. Ух ты ж, мать твою, кто это у меня там так? Located next to the main view screen. Ну давай, давай. Она говорит, что надо ее загрузить в компьютер. I leave home for a few days and look what happens. This won't take long. There. That should give us enough time to make it to a lifeboat and put some distance between ourselves and Halo before the detonation. I'm afraid that's out of the question, really. Oh, hell. Ridiculous! That you would imbue a warship's AI with such a wealth of knowledge? Weren't you worried it might be captured? Or destroyed? He's in my data arrays, a local tab. You can't imagine how exciting this is! To have a record of all of our lost time! Human history, is it? Fascinating. Oh, how I will enjoy every moment of its categorization! To think that you would destroy this installation as well as this record! I am shocked. Almost too shocked for words. He stopped the self-destruct sequence. Why do you continue to fight us, Reclaimer? You cannot win! Give us the construct, and I will endeavor to make your death relatively painless and... At least I still have control over the comm channels.
Where is he? I'm detecting taps throughout the ship. Sentinels, most likely. As for the monitor, he's in engineering. He must be trying to take the core offline. Even if I could get the countdown restarted, I don't know what to do. How much firepower would you need to crack one of the engine's shields? Not much. A well-placed grenade, perhaps, but why... Okay, I'm coming with you. Chief, sentinels! Все решит функцию. Граната и такой-то матери. Где ты там? Раз, два, три, четыре. Нет, четыре, я сказал. Че, все что ли? Нет. Ну и нормально. Да, я думаю, не падать лучше не падать. Так, ну что ж, возвращаемся. Нам надо. The ship was heavily damaged when it crashed. Head to the cryo chamber. We should be able to get to the engine room through there. Так я тогда перепутал, я сказал, что они сразу пойдут. Идут, вернее, в машинное отделение. Но нет, они сначала уже на мостик сходили. Стрельни ты уже, попади, в упор не попадает, давай. Как тебе не стыдно вообще? Что-то, блин. Здесь же дробовик, почему патрон с ним не берутся? Пустой, потому что. Ой, ты теперь меня... Ну, все, он готов. Второй пришел. Братюн, что я тебе сделал? Давай. Вот так. Аптечка мне не нужна. Идем сюда. Неплохой музончик. Закончился весь мужончик. Давай, давай, давай. Пролезай. Ой, не то. Слушай, откуда ты тут взялся? Ой, блин. Ой, блин. Ждем восстановления щита, восстановления щита мы ждем. А вот мы пришли. Куда? Куда нам, собственно, нужно? Нет? Нет. Да, именно сюда нам и нужно. Нам нужно-то вообще-то сюда, да. Именно что сюда, потому что здесь есть лестница. Ай-яй-яй. Давай, давай, братюк. Наверх. Упс.
Кто у нас тут? Никто опасный. Отвали. Отвали, сказал. Ой, 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 надо бежать. Аптечка есть хотя бы. Что там еще? Мать? Опять бежать. Хватит уже преснуться-то. А то до бесконечности, что ли, будете вылезать, я так понимаю. А, ну да, вон они. Будто сверху падают. Пришел туда, откуда вошел. Наверное, значит, сюда мне. Да, нет? Вроде как да. И... О! 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 Отвалите. Я не согласен. Сами разбирайтесь со своими проблемами. Так, он сюда мне не пускает. О! Еще одна охота. А, еще два охотника. Ух, ух, надо же, как повезло, и этого завалил, и того. Отлично. А то уж я аж весь напрягся, даже молчал, думаю, блин. Сосредоточиться надо. Надо нахуй сосредоточиться. На. А ты-то чё? Так, ну вроде как нам куда-то сюда. Или нет? Или да? Или нет? Там, в общем-то, вроде нет. Не сюда. Значит, дальше. А, да, вот здесь-то я все узнаю. Так, это тут была комната с кучей пушек. Да, вот они. Но нас интересует... Я вижу кучу патронов для ракетницы, но самой ракетницы как-то не наблюдаю вообще. Это печально. А вот они, да? Вроде да. Так. Вот так вот. Бери патроны. Патроны. Ага. Ну, это должно нам хватить. По идее-то. Есть где еще патрончики для дробаша?
похоже, больше не лезет. Есть у меня такое ощущение. Все, погнали. По-моему, нам сюда. Да, нам сюда. Start the countdown. The only remaining option is to detonate the ship's fusion reactors. That should do enough damage to destroy Halo. Don't worry, I have access to all of the reactor schematics and procedures. I'll walk you through it. First, we need to pull back the exhaust couplings. That will expose the shaft that leads to the primary fusion drive core. Для этого надо систему охлаждения сначала отключить, а потом захреначить внутрь ракеты. Surrounding the fusion cells. Use an explosive. I recommend a grenade or rocket. If you run out of explosives, there is an armory station located near the engine room's entrance. Отвалите, отвалите. Норм? Не норм. Вот теперь норм. Fusion reactor number one destabilizing. Use explosives on the other three reactors. That should be enough to trigger a wildcat explosion of the engines. Сейчас все сделаем. Она говорит, что мы молодцы. Уничтожили один из реакторов. Надо также поступить еще с тремя. Она ведет, в принципе, туда же, но если мы пойдем в ту дверь, то нам придется прыгать, а прыжок здесь очень не очень хороший. Поэтому нам надо выбрать дверь, которая нас прыгать не заставит, чтобы время не терять. Ой, ты где? Подъем. А вот подъем. Слышь ты, дрянь такая. Убить его доведел бы с концом, но что-то у него никак не получается засадить. Тихо, дайте пройти, пожалуйста. Да, вроде два этих реактора я завалил, больше мне не надо. Нужны вот эти.
если я захреначу прямо вот отсюда? Что будет? Готово. Keep it up. Only one more fusion reactor to go. Так, наверх, я так понимаю, мне не светит. Ой, уходим, ой, уходим, ой, уходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, убьют. Убьют, сука. Убьют. Да давай уже восстанавливаться, блин. Так, я правильно иду или я опять куда-то не туда? Правильно. Так завывает. Нет, 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 я пойду дальше. На фоне там искра, этот монитор, блин, радуется, что кучу информации про землян узнает. Чуть убивает, сукин сын. Ай, блин, не мешай. Видишь, я делом занят. Готово. Последний, все. Что-то она ничего не говорит. That did it. The engine's gone critical. Based on the current rate of decay, we should have 15 minutes to get off the ship. We don't have much time. We should move outside and signal for evac. Accessing schematic. There's a service lift at the top of the engine room. А, блин, мне же на третий этаж. Seven service corridor that runs along the ship's dorsal structure. Hurry! Сейчас, что будет. Зря я спрыгивал. Нет, опять на третий этаж. Ну и ладно. Приехали. Очень-очень хреновый здесь уровень именно с покатушками. Дают на то, чтобы доехать.
здесь пипец сдохнуть можно от этого всего. Погнал, 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 погнал. Сюда. Неудобно им управлять, конечно, это. Нет, не надо. Так. Зря тут свернул. А, ну здесь можно проехать. Туда, 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 туда. Да блин, поверни ты, господи. Нажимаешь на поворот, он вообще не реагирует. Очень неудобная бибика в плане вот, именно скоростной езды. Она, конечно, очень проходимая, я понимаю, но именно гонки на ней просто какое-то обище. Это я зря сюда вернулся. Вау! Давай, братюнь! Блин, братюнь, давай, давай, давай! Как-нибудь. Поехал, 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 поехал. Не поехал. Давай, 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 давай. Жуть. Просто жуть. 3 минуты у нас. Это плохо. Черт, не смог. Так, отъезжай. Отъезжай, говори, блин. Проедем, нифига. Да. Cortana to Echo 419. Request extraction now on the double. Ой, блин, не в ту сторону ты сел, а? Грустно. Нас не спасут. Echo 419. She's gone. Calculating alternate escape route. Ship's inventory shows one longsword fighter is still docked in Launch Bay 7. If we move now, we can make it. Я постараюсь, конечно, но, по-моему, у нас времени очень мало. Да, еще вот, если так вот впиливаться, блин. Метров за минуту. Не знаю.
Офигеть. Он еще и понял. She's gone. Calculating alternate escape route. Ship's inventory shows one longsword fighter is still docked in Launch Bay 7. If we move now, we can make it. Не падай, ну, ну не поворачивай ты, ну не поворачивай ты, ну. Чёрт, давай, 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 давай. О, вроде бы справился. Ё-моё, пипец какой-то, а. Всё. Ой, слава тебе, господи. Я переигрывал 5 раз. И столько я матюков вспомнил за все эти переигрывания. Даже те, которые не знал, сам придумал. Did anyone else make it? Scanning. Just dust and echoes. We're all that's left. We did what we had to do for Earth. An entire Covenant armada obliterated and the Flood. We had no choice. Halo, it's finished. No, I think we're just getting started. Ну да, ну да. Действительно, только начали. Но правда, мы-то уже подбираемся к самой середине, по сути, по поводу полного-то прохождения. Все. А где этот самый? Ну, титры, понятно, можно было бы и пропустить. А тот эпичный момент, когда Джексон или Дженкинс там кто-то обнимался.
странно. Там была пасхалка такая, что этот самый... Помните усатого дядечку, который в начале этого самого прохождения инструктировал новичков, новобранцев, там, ну, солдат, короче говоря. Негр такой усатый. Так вот, показывали именно... Можете погуглить, показывали именно сюжет, то есть ролик по поводу того, что он там как раз-таки дрался с одним из ковенантов. А потом, когда увидел, что все взрывается, говорит: «Братиш, нам кранты, давай обнимемся», и они обнимаются. Это был эпичный момент. Жалко, что его вырезали в этой версии. Очень жалко. Ну, как бы то ни было, мы прошли эту игру. И на очереди у нас вторая часть. Но когда будет, тогда будет. Всем спасибо и до встречи в других прохождениях.